Новое лекарство от очередей. С 1 марта записаться к врачу через интернет можно будет только на портале госуслуг. Пациенту при этом нужно иметь учетную запись, подтвержденную в многофункциональном центре. О переходе на новую платформу Рифат Фаткулин. Современные технологии, которые легко заменяют картотеки в регистратурах поликлиник, для жителей республики не новинка, а обычное явление уже на протяжении нескольких лет. Но привычный для всех сайт recmedcap.ru закроется уже менее чем через месяц. Его заменит новая система. Основное новшество для наших пациентов – это то, что они теперь могут записываться к врачу только через портал госуслуг. Оставляем только пока запись к врачам на платный прием через старый ресурс. Все процессы записи к врачам на прием через регистратуру, через колл-центр, они не изменяются, они также остаются. Можно записаться самому, а можно записать другого человека. Достаточно просто ввести номер полиса, выбрать удобное время приема и врача. Вы видите подразделение той медицинской организации, к которой вы прикреплены. То есть, прежде всего, это ваш участковый врач. Да? Видите, это расписание вашего врача. Также по стандартам записи на прием к врачу у нас возможна запись, прямая запись к таким специалистам, как терапия, педиатрия, общеврачебная практика, хирургия, детская хирургия, отоларинголог, неврология, офтальмолог, стоматолог, стоматолог-терапевт, детский стоматолог, урология и акушерство и гинекология. Сама регистрация на едином портале государственных услуг занимает несколько минут. Нужны паспорт и СНИЛС. Все личные данные пациента останутся закрытыми. Преимущества платформы очевидны. Быстрая загрузка контента, простой интерфейс и, конечно же, экономия времени и сил как пациентов, так и регистраторов. Рифат Фаткулин, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов, Республика.